Доброго времени суток, дорогие друзья! Напоминаю о том, что по первой ссылке в описании у нас проходит розыгрыш на вот этот Мерседес. Ну и смотрите этот видеоролик обязательно до конца, ведь я выбил одну из новых добавленных машин. Ну а какую, вы узнаете в самом ролике. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Гранд РП первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАТ. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Вот это отстрелы, вот это пушка. Но погода за окном, к сожалению, говно, друзья. Как и в игре, так и в реальной жизни. Всех приветствую, друзья, с вами, как всегда, я, Саня Играт, и добро пожаловать на новенький видеоролик по донатной рулетке. Почему не контейнеры, почему там не боссы, допустим, а почему именно рулетка? Потому что рулетка способна давать, и самое главное, ни дня без рулетки. Какую рулетку, друзья, будем сегодня вместе с вами открывать? Либо одежда, либо машина, либо смешанная. Хотелось бы, конечно, пооткрывать смешанное в надежде, что там что-то охуенно выбит. Но она настолько редко дает. А подожди, машины из смешанного мы еще не выбивали новенькие. Потому что в последнем видеоролике мы выбили новую тачку, которую я вам, в принципе, и показал. Еще будет полный тюнинг этой тачки, так что... Обязательно ждите этот видеоролик, но сегодня, друзья, надо будет вот сейчас именно вот таким вот образом попытаться что-то выбить. Итак, давайте смешанное, тройка игроков, чисто вот такое лайтовое открытие. Я не знаю, может не повезет, а может и повезет, ну а вдруг будет очень приятно. Может даже пойдем потом в этот, в автомобильный, машинный, да, машины. Так, звуки, как обычно, звуки, все нормально. Не кипишуйте, лучше лайк прожмите, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Бля, как я вам и сказал в самом начале, вот эта вот погода, вот эта вот вся осенняя суета, вот это вот дождь, блять, чисто дезмораль. Честно, у меня, у 30-летнего пенсионера уже, да, у меня уже давление подскакивает. Я сижу сейчас вот, вот с давлением под 160, я сижу вот такой вот. Блять, еще надо и ролики записать, уже на следующую неделю подготовить, потому что ролики каждый день выходят, надо обязательно вам что-то записать, а я не могу. Состояние молодого уже не то. Короче, вот такой вот классный Мерседесик можно выбить. А, ну давай сюда, 80. Блядь, ну вы видите, да, 4000 доната уже успешно проё. А ничего нам не выпало. Но мы не расстраиваемся, мы верим. Шестерочку, кстати, сейчас открыл. 125. Мотоцикл за 2000 донат положим. 25. Слушай, ну мотоцикл дал, уже на этом спасибо, можно расходиться. 215, балаклава, которая стоит 5500, давно она мне не выпадала, один раз когда-то была. Слушай, мы уже, можно сказать, что почти хотя бы, ладно, купили то, что мы потратили. Есть, значит, порох по пороховнице, правильно выговорился, наконец-то, ура! Следующее открытие, 80, деньги. Деньги. И все шестерки деньги. А если открыть 12? Ну, просто вот так. Замахнуться, так замахнуться на новенькую тачку, которая вот сейчас вам покажу как раз. Новенькие тачки. Вот такой вот. Вот такой вот. И, конечно же, все остальное тоже охуенное. Поехали, пацаны. 12 открыл. 12. Все. С вас лайкосик обязательно. Подписка на канал. Потому что, ну, прикиньте, сколько энергии, сколько эмоций из меня сейчас будет выпирать, если мы выбьем какую-нибудь легендарку охуенную. Вот просто, ладно. Тем более еще давление 160. У меня просто уже ебало, наверное, красное. Не знаю, на вебке реально красное лицо. Фух, 5 открыли, пока ничего. Деньги. 215, блядь. Да нет! Она оказалась пустой, дабы и господа. Она оказалась пустой. Еще 12. Ладно, сратый мотоцикл имеется. 2000 доната есть. Опять денежка. 25.
Фу, блядь. Мне кажется, единственный мотоцикл, и все, да? 9, 10, 11, 12. Спасибо, потратил 3500, выиграл 2222 рубля. Кайф! Просто по кайфу, братишка, даешь вообще ни о чем. 24 тысячи донат у нас остается, блядь, пот идет. Фух. Поехал, открываем. И ничего мы не получаем. Слушай, ну, слабо. Смешанная очень слабо дает. А я сейчас вот так вот опять сделаю. Обманочка. Там почти Dodge Ram, кстати, докатился. Было бы очень неплохо получить Dodge Ram, но, к сожалению, вы сами все прекрасно видите. Не дает. 170, 80, 180, 100 и 80. Что это такое? Что это, блядь, за... Просто ничего... Извините. Забирай свои слова обратно. Спасибо огромное за новиночку, за Dodge Ram. Я так понимаю, это Dodge Ram легендарный, новый, с нового обновления. И всего лишь он, к сожалению, стоит почему-то 7600 донатов. Донат инвентарь. Это полю... Ну, по-любому тогда забираем, ребят. Единогласно лайк. Забираем аппарат. Продаем 100 рублей. А может что-то еще тут? Что-то. Ать, а сколько? Я открыл 7. Я 6 открывал, братишка. Итак, донат хранилища. Если мы вот это вот мы все продаем, да, в любом случае, мы это все, наверное, продаем или оставим. Пусть как в загашнике лежит. Давайте еще одну откроем. Вот есть 2000 доната, и мы вот так вот открываем. А возможно, сейчас второй Dodge Ram выпадет. Не знаем. А вдруг? Не исключено. К сожалению, нет. Тройка игроков готовится. Поехала. На, 1700. Давай отложим донат инвентарь, пусть там пока полежит. А вдруг... А, не хватает. Угу. Ладно, а сколько у нас... Ладно, все, продаем. 1700, хорошо, уговорили. Опять тройка игроков, может, тройки будет давать. Кстати, шестерки уже сегодня дали, а вот троечки мы как бы не раскрыли их полный потенциал. Поэтому хуяк! И 80 рублей доната, 250 и 100 рублей доната. И еще одна тройка игроков. Пролетела тачка, которая стоит 5 или 6 тысяч доната. Было бы неплохо. По одной, быстрое открытие, по одной. Раз, два, три, поехали. Хоп. Сюда. Этот мотоцикл меня, конечно, уже достал. Но все равно приятно его иметь. Или когда он имеет тебя. А теперь, друзья, я вам покажу новый Dodge Ram, который мы только что с вами выбили. Погнали смотреть. Друзья, я дико извиняюсь, это оказывается Ford Raptor F-150. Сейчас, блядь, а то в комментариях там напишется, а ты нихуя в них не соображаешь. Да, я в них не соображаю. Тем более, блядь, сейчас такое состояние, что мало вообще, что я соображаю. Слушай, ну, не знаю, вот, в принципе, там какой-то обвес нарисован был. Тут я этого обвеса особо не вижу. Сколько ГОСКа стоит у данного аппарата? А ну, давайте вместе с вами сейчас посмотрим. Информация о транспорте. Что? Не, подожди. Почему вместо охуенного доджа мне Форда мне дали хуйню, которая стоит 5 миллионов? Не, подожди, это баг или это скам или это что или это как? Давайте зайдем в рулетку, посмотрим внимательно. Так, ну вот так вот тут он выглядит. Ага, тут вот такой вот бампер. В принципе, вверху, да, это самое есть. Это такой бампер. Да, это тот же самый. Только я не понимаю, почему у него ГОСКа 5 миллионов. А знаете, вот просто, да, обидно, что такой ценник. Знаете, что самое прикольное? То, что и тюнинг будет стоить дешевле тогда на него. Я его, наверное, буду делать в топ, это 100%. Ебать, он дрифт! Что? Это что, дрифт? Блять! А, это потому что дождик. Нихуя, как зимой, как будто. Блять, ну а полный привод можно что включить? Я джип или не джип? Просто смотри. Что за
Подожди, подожди, фары. А почему головной свет не включается? Как включить головной свет? Нахуй он тогда нужен? Вот вверху есть головной свет. Он не включается. Бля, моя не понимать, почему, во-первых. Ну, охуенно он скользит за 5 миллионов. Чисто дрифт жига такая получается, да? Дрифт корч какой-то. За 5 миллионов. И лучше бы я его, конечно же, продал, наверное, за 7 тысяч с хуем доната. Потому что госка 5 миллионов. Но в этом, как я уже сказал, есть... И на нем нереально ехать. Я не могу прямо ехать на нем. Его просто хуевертят. Ну, может, из-за погоды, реально. Может, погода сейчас так влияет. Ну, а где ж тогда обещанный полный привод? Не тормозит. Подожди. Шлифуют вроде все колеса. Или задний привод. Друзья, вам виднее. Мне кажется, все колеса шлифуют. Но ебать, его просто носит. Это нереально. И головной свет не работает. Вот несколько косяков, которые мне уже не нравятся в нем. Ну а так, вроде как бы прикольно. В любом случае, оценивайте видеоролик, оценивайте открытие. Решать вам, если он вам выпадет, что с ним делать. Я всего лишь показал, как это вот случилось у меня. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Ставь лайк, подписывайся на канал, а обязательно пиши свой комментарий. Всем спасибо и всем пока-пока. Друзья, и в конце ролика вот просто добавлю для тех, кто не досмотрел до конца, чтобы вы просто понимали, что этот Раптор вообще может из себя представлять. Едет неплохо, уверенно, потому что, да, был дождь и машину сильно носило, но все машины так носят, особенно кто играет без редукса, а я играю без редукса. Вроде как едет почти под 300. Хорошо, уверенно, стоковый полностью автомобиль, тюнинг будет очень дешевый, я его уже немножечко покрасил до превьюшки и меня кикнуло. И на этом точно конец видеоролика.